полчаса потратил, однако же больше на самом деле. Смотрим этот эпик. Да, и вот он конец пути. Пора с этим заканчивать. Проклятие. Я не один здесь. Ни хрен знает, где появляется Кириава. Это я, сын. Кириава? Что произошло? Это произошло давно, сынок. Кириава? Да. Кириава — это та же Кириава. Предательница крыса, да, сынок. Ну, не предательница, она просто маскировалась все это время. Но как? Красиво, кстати, текстурка. Все это часть давно спланированного плана. Я отправилась в ад давно, еще во время войны из-за порталы. Я лишилась всей святой силы. Если бы я погиб там, то рай бы погиб. Я была готова на риск, и он оправдался. Я стала королевой ада и бла-бла-бла-бла-бла. Даже рта не раскрывай. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Нет, в тебе нет светлой энергии. Когда я родила тебя, я была лишь обычной демоницей, по силам, естественно. А затем я подготовила мятеж. Он удался, ангелы смогли прорваться, значит, я обрела силу. Но только Урил оказался умнее. Мне надо было выиграть время, а не получилось. Но потом он сглупил, надо было убить меня, а он не решился. Все шло по плану, вот вольно вмешались весьма не кстати. Ригас чувствовал светлую энергию, поэтому мне пришлось уйти и выжить. Надо сделать эту работу, а мне осталось только взять корону. И что дальше, светлая госпожа? Мы стоим друг напротив друга, я не позволю тебе уничтожить ад. Смешно. Я с легкостью одолею тебя. Раз так... И сзади крыса. Вот и все, сынок. Ну не все это так просто оказалось для Киава. Ты уверена, Киава? Варангел, старый добрый знакомый, который хотел нас убить. А, Аниксиан. Я рада, что Зеринард не убил тебя окончательно. Ха, я очень доволен Зеринаром, владыча Сарайна. Он выполнял все указания, которые я ему давал. Ты давал ему указания? Да, давал, и он выполнил их наилучшим образом. Предатель! Как только я уничтожу ад, я лично покараю тебя за непослушание. Эй, вожирай, все мягко надо. Не торопись, ты проиграла, светлая госпожа. Что за глупости? Пойдя на союз с вольным, Зеринар победил тебя. Ты убил Ригаса, но мои силы хотят, чтобы воскресить его. Все ангелы в аду уничтожены войском вольным. У тебя нет сил. Да я сотру тебя в порошок. Что? Да вот, в очко. Все, как я сказал. Ты предал рай.
Побегу в великом конфликте не одержит никто победу, бля, да и будет так до конца времени. Ты пошел против ва-ва-ва-ва, и за это ты подохнешь, короче. Да, и вот так вот он с ней как-то некрасиво расправился, поболтали и... Ах, что происходит в Варанге? Или она назвала тебя Аниксианом? Я был одним из приближенных к Кео, вместе с ней отправился в ад и стал готовить мятеж. Варанге моя демоническое имя, истинно ангельская Аниксиан. Ты убьешь меня? Нет, конечно, тогда вот тогда я попытался убить, и это была моя ошибка. Только после знания я понял, что Кео задумал уничтожить ад, это безумие. Тогда я решился на предательство. Я дал тебе указания, не мог сразу открыть тайну. Кео бы убил тебя, поэтому пришлось довольствоваться намеком. К тому же Кео могло да-да-да-да-да-да-да. Слава всем богам, ты внял мое слово и принял верное решение. Теперь ты должен надеть корону ада и стать повелителем демонов. А ты? А я стану твоим полководцем. Не волнуйся, тебя я не предам. А почему тебе должны доверять, Варанге? А теперь вперед, Зеринар, сын Аурила. Нас с тобой ждут великие дела. Вот так вот, грубо говоря, подружились рай и ад. Да,